В нашей студии новый гость Максим Воробьев, который поддерживает акцию. Так, Максим, добрый день. Здравствуйте. Ну, акция «100 миллионов для победы» – это не единственная, в которой вы принимаете участие. Насколько я знаю, с весны принимаете участие в разных сборах. Сколько их уже насчитывается и почему вот периодически делаете вот эти перечисления, переводы? Насчитывается количество сборов? Да. Да много. Ну, я посчитал, что это... Ну, самый доступный, наверное, и на сегодняшний день возможный, значимый вклад, который я могу внести в нашу победу и в поддержание, собственно, нашей армии и наших бойцов. Но вы ведь ограничиваетесь не только финансовой поддержкой, вы организовываете и гуманитарную поддержку. Я не организовываю гуманитарную поддержку, я участвую, потому что некоторые самоорганизованные объединения граждан, например, не собирают деньги. Они говорят, мы деньги не собираем, но мы знаем, что нужно нашим бойцам на передовой. Выкладывают список. Вот, и говорят, вот по этому списку нужно собрать посылку, условно говоря, да, и кто может, тот привозит. И, скажем так, складываются вещами. Вот. Это все может собираться в автомобиле, может отправляться посылками непосредственно, может через большие телеграм-сообщества, филиалы которых созданы, например, в разных городах. Как такое известное сообщество «Орда» есть. Да, есть. Недавно организовалась «Орда Тюмень». И там есть центральный штаб, ну, условно говоря. Это вообще не юридические, не юридические лица. То есть они к юридическим лицам вообще отношения не имеют никакого. Это вот такие горизонтальные сообщества, созданные, горизонтально созданные сообщества граждан, которые очень быстро стали создаваться уже в марте. И они вообще создаются очень быстро. Ну, прямо быстро. То есть за... Как это должно быть, собственно, за сейчас? За несколько дней может к инициаторам присоединиться больше 100, например, человек. 2-3. И что отчасти удивительно, наверное, в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, если мы говорим о таких сообществах с точки зрения вот какой-то гуманитарной помощи, да, не сбора денег целевых, в основном это женщины. И там вы... Например, мастерицы, которые шьют балаклавы, теплые вещи. Вы, кстати, сами отвозили материалы таким женщинам, насколько я знаю. По-разному можно делать. Да, кто-то пишет, говорит, вот у меня соседка шьет. Но она шить-то шьет, да, но ей нужен, там, нужна шерсть, нужен материал определенный. Кто-то говорит, вот по такому вот адресу завтра можно будет привезти, необходимо минимальная оптовая партия на 10 тысяч рублей, к примеру. Да. Едьте в тот магазин, в том магазине мы нашли самую доступную цену, да, и вот именно на такого артикула ткань нужно купить. Вот, и никто никого не заставляет. Кто хочет, едет. Приезжает, покупает, привозит, через окно в автомобиле передал какому-то человеку, называется, которого первый раз видишь. Доверился. Главное доверие, главное, что все вместе. Что ж, Максим, спасибо вам большое, побольше вам единомышленников и продолжайте творить ваши добрые дела. Спасибо.